Депутат Мажилиса парламента Республики Казахстан Жылдыз Сулейменова приехала с рабочим визитом в Северный Казахстан. В рамках поездки планируется посетить стратегически важные объекты образования региона. Главными вопросами на повестке являются открытие в рамках дорожной карты три новых общеобразовательных школ в городе Петропавловск, а также регионального университета. В планах у депутата посетить колледжи, которые обучают рабочим специальностям по программе «ЖАС Маман». Сегодня, посетив дворец школьников, я увидела тут лаборатории с высокотехнологическим оборудованием, которое дает возможность детям с малых лет приобщаться к исследованиям, развивать все необходимые навыки – творческие, исследовательские, а также навыки IT-развития. Поэтому Северо-Казахстанская область всегда имеет стратегически важную значимость в развитии образования и науки республики. В планах посещения строительных объектов образования – Кызылжар Абай Орта Мектебе, Кузыбаев университет и строительство лабораторий университета. Депутат парламента Республики Казахстан Жылдыз Сулейменова в рамках рабочего визита в наш регион посетила ряд объектов образования. Мажилисмен ознакомилась с организацией учебного процесса в школах и колледжах Петропавловска, а также провела встречу с учениками Назарбаев интеллектуальной школы. Тему продолжит мой коллега. Образование – важнейшая отрасль экономики страны. По словам депутата Мажилиса парламента Жылдыз Сулейменовой, сегодня перед казахстанской системой образования поставлена задача овладеть современными методиками и программами обучения, а также повысить уровень преподавания. В средней школе номер 6 имени Кожабердена Жырау созданы все условия для того, чтобы ученики получали качественное образование и имели возможность поступить в самые престижные вузы Казахстана и зарубежья. Данная школа была введена в эксплуатацию только в прошлом году. Особенность данной школы – это школа реализует учебную программу с казахским языком обучения. Поэтому мы сегодня посетили именно несколько классов, встретились с учителями, узнали, какие есть трудности, затруднения в условиях дистанционного обучения. Также узнавали, какие затруднения, либо какая помощь методологическая нужна в реализации обновленного содержания образования. Еще одним объектом посещения в рамках рабочего визита депутата Мажилиса парламента стала Назарбаев интеллектуальная школа Петропавловска. Здесь Жылдыз Сулейменовой рассказали об этапах развития учебного заведения, о перспективных проектах, которые реализуют учащиеся, а также провели экскурсию по учебным аудиториям и лабораторным кабинетам. Школа направлена на развитие IT-навыков, также творческих и научно-инженерных навыков детей. Мне кажется, эта школа вот наряду с дворцом школьников, тоже он является Digital Urpakh, тоже направлен на развитие IT-технологий. Мне кажется, для Северного Казахстана это будет как один кейс, как развить Кремниевую долину. В завершении визита депутат Мажилиса встретилась с учащимися Назарбаев интеллектуальной школы. В рамках беседы с Жылдыз Сулейменовой ребята могли задать мажилисмену волнующие их вопросы, касающиеся качества образования в стране. Кирилл Потемкин, Адиль Нуржанов, служба новостей.